Утепленный фасад является обязательным условием энергоэффективного дома наряду с вентиляцией и качественными окнами. Грамотное сочетание этих элементов делает дом по-настоящему уютным, а также дает возможность экономить на отоплении. В нашем видео мы расскажем, как утеплить фасад, используя многослойную систему с теплоизоляцией Logic Pier. По сути, это классическая, проверенная временем технология. Перед нами стоит задача построить красивый, комфортный и энергоэффективный дом. Для этого мы будем использовать ультрасовременный строительный материал от компании Технониколь Logic Pier. Это утеплитель, обладающий рекордно низкой теплопроводностью, высокой пожарной безопасностью и экологичностью. Для этого нам понадобится утеплитель Logic Pier толщиной 85 мм и размером 2400 на 1200. Клей-пена Logic Pier фасадные дюбеля. Фольгированный скотч шириной 50 мм. Крепеж для фиксации под конструкцией из деревянных реек и финишной доски. Облицовка фасада из декоративной фасадной доски. Первый этап. Подготовительный. Очищаем стены от пыли и строительного мусора. Основание должно быть крепким и сухим. На данном объекте мы столкнулись с неровностью стен. Перепад составляет порядка 2 см. Однако прочности пирплит достаточно, чтобы компенсировать эту неровность. Окончательное выравнивание мы сделаем с помощью деревянных реек. Приступаем к монтажу утеплителя. Плиты пир закрепляем на специальную клей-пену Logic Pier, избегая зазоров и щелей между плитами утеплителя. Выбранный способ монтажа имеет неоспоримое достоинство. Нет необходимости тщательной подгонки плит утеплителя под обрешетку, которая будет смонтирована следующим этапом. Полезный лайфхак. Пока пена не набрала прочность, используем временные фасадные дюбеля. Щелей в слое утеплителя быть не должно. Их мы заполняем тем же составом – клей-пены Logic Pier. Проклеиваем стыки плит фольгированным скотчем. Благодаря фольгированной обкладке плит гидроветрозащитные пленки не понадобятся. Под финишную отделку используем каркас из деревянной обрешетки, смонтированный вертикально или горизонтально. Направление монтажа полностью зависит от дизайна облицовочной доски и вашего желания. Такой монтаж не нарушает теплоизоляцию, оставляя ее контур целостным. Для фиксации под конструкцией используем подходящий под основание крепеж. В данном случае это дюбель-гвозди. Они дополнительно закрепят теплоизоляцию к стене через обрешетку. К обрешетке крепится финишная отделка фасада, декоративная доска. Монтаж ведем металлическим крепежом, финишными гвоздями или клямерами. Давайте посмотрим, что получилось. Утеплитель смонтирован, есть и финишная отделка. Обратите внимание, между плитами пир и лицевой стенкой оставляется воздушный зазор. Он препятствует образованию конденсата, который может спровоцировать образование плесени и грибка на отделке дома. Система фасада с утеплителем Logic Pier улучшит микроклимат вашего загородного дома и позволит сократить затраты на его отопление.